Приветствую, дорогие друзья! Сегодня мы будем вытаскивать из коробки этот замечательный гаджет Logitech Rechargeable Speaker S715i. Акустическая мобильная система портативная от компании Logitech. Примерно полтора года назад в одной из ранних фиговин я рассказывал вам о нечто подобном. Тогда это были колонки JBL Ontour XT, которые мне казались пределом совершенства, но не прошло и полутора лет, как вот в августе 2010-го на рынок выбросили S715, абсолютно удивительную и не имеющую равных систему по соотношению качества к цене. Купил я их в Москве, их сейчас нет. Если смотреть по Price.ru, то цена ориентировочно 8-9 тысяч под заказ с доставкой. В общем, я покупал напрямую из Америки через сервис eBay Today.ru, на котором много раз уже рассказывал, рекомендовал. Мне это обошлось $129 колонки, плюс доставка и все такое, пошлины нет. В общем, $204. Около 6 тысяч, в полтора раза меньше, чем предлагают местные дельцы. Особенность вот этой вот акустической системы в том, что она не имеет равных, как я сказал, по соотношению цена-качество, в том, что в ней 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 динамиков и нет батареек, а только встроенные аккумуляторы, которые анонсированы 11 часов проигрывания музыки, у меня получилось 8. Что тоже необыкновенно удобно. Ну, или, естественно, от сети. Итак, делаем анбоксинг. Абракадабра, ясное дело, я терпеть и дожидаться не стал. Уже все вытащил, поэтому меняем местами. Вот они. Итак, замечательнейший чехол, удобный, портативный для переноски. Она тяжелая штука. Ну, вы поймете, почему. Так, вынимаем. Что у нас тут есть? У нас есть пульт. Вот такой элегантнейший. Проигрывание, перемотка туда-сюда, перескакивание с одного трека на другой, громкость, рендом, цикличность, включение-выключение. У нас есть адаптер питания, соединительный кабель. Зачем он нужен? Ну, вы видите по картинке, что, в общем-то, колонка заточена под iPhone, iPod. Она и управляется с пульта идеальным образом. И заточено под это дело. Но можно подключить любую мобильную, любой коммуникатор, любой гаджет, смартфон, плеер через вот обычный стереоджек сзади подключается. Ну и, наконец, сама удивительная гаджетина. Вот такая вот. Она достаточно тяжелая. Килограмма полтора, наверное. Итак, раз, два, три, четыре, два твиттера, шесть. И сзади два огромных еще таких мини-сабвуфера. Вот здесь у нас вход, питание и стереоджек для подключения сторонних гаджетов. И все, больше ничего. Фронт у нас включение и громче, тише. Теперь смотрите, какая замечательная подставка. Это вот отодвигается, открывается и сильно зажимается. Я видел в обзорах, люди говорили, очень плохое крепление, неудобно, все качается. На самом деле ничего не качается, они просто до конца не дожали. Она вот фиксируется, вот она, видите. И дальше люди вот так ставили, и она вот так у них падала. И они говорили, ой, как плохо все тут сделано. Сделано все изумительно, поскольку далее вот она фиксируется и еще зажимается. И отсюда вы их уже не сковырнете никогда. Давайте теперь я покажу вам, как это играет, поскольку с чего разговаривать, это надо слышать. Берем iPhone. И здесь первый сюрприз. Мы его вставляем, четверочку, и ничего играть у нас не будет. Поверьте мне. Так, включили. Дали звук. Вот я подобрал вам Оскара Бентона. Включаем, и играет iPhone. Значит, в чем же дело? Дело в том, что у меня надет бампер, тот самый, горячо любимый. Он жутко удобный, не скользит, все такое, но вот в этом стандартном Apple-овском бампере сюда в разъем Logitech не надевается. Тут где-то миллиметра полтора-два
отступ в глубину, и он уже не доходит. Это, на мой взгляд, большое упущение компании Logitech. Но она, видимо, когда выпускала и делала дизайн, она еще не знала, что будут у айфона проблемы с антенной, и нужно будет носить бампер. На самом деле, это чушь, конечно. У меня лично никакой проблемы с антенной не было, как и у большинства людей, насколько я знаю, не подвластных контррекламе HTC, Nokia S, товарищи. Вот. Но просто бампер жутко удобный, я всегда его ношу. Но по случаю прослушивания музыки придется это удовольствие снять. Ну, делается это несложно. Ну, конечно, неприятно. Туда-сюда не поделаешь. Итак, вставляем и смотрим, что у нас будет. Согласитесь, что-то невероятное. Разную музыку. Вот такая потрясающая вещь. На мой взгляд, уникальна.